Открытие нового стадиона – это большой праздник не только для учеников 16-й школы. Новый спортивный объект смогли опробовать школьники со всего города. В эти дни там проходит ежегодный чемпионат по легкой атлетике «Шиповка юных». На торжественной церемонии открытия соревнований его участников приветствовали люди, благодаря которым в нашем городе появилась новая спортивная площадка. Традиционно проводим соревнования «Шиповка юных» на нашей территории. И надо сказать, что в этот раз вам будет и во все последующие годы вам будет очень удобно и комфортно и проводить, и участвовать в этих соревнованиях. Силами работников дорожно-эксплуатационного предприятия на этом стадионе появились новое футбольное поле, волейбольная площадка и площадка, предназначенная для разных видов спорта, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину. Установлены новые урны и лавочки, уложено травмобезопасное покрытие. Проект «Межшкольный стадион» – идея депутатов Думы 6-го созыва, которую поддержали в администрации. Останавливаться на одном стадионе власти не собираются. И такие же замечательные межшкольные стадионы в следующем году – да, Алексеевич, мы сделаем и на 7-м, и на 7-й школе, а дальше будем двигаться согласно плану, согласно, как мы говорим, протоколу, и дальше дойдем потихоньку до 12-й, и так потихоньку до других школ. Также во время открытия соревнований глава администрации Алексей Голубев вручил награды лучшим сотрудникам ДЭП. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.